Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Hyundai HLED 32BS5008. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените мой труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 32 дюйма, разрешение 1366 на 768, подсветка LED, частота обновления 60 Гц. Здесь предусмотрен качественный дисплей на 32 дюйма, разрешение которого составляет 1366 на 768 пикселей. Телевизор Hyundai HLED 32BS5008 практически не имеет рамок, сразу привлекает к себе внимание уникальным внешним видом. Размеры телевизора 72,4 см в ширину, 42,5 см в высоту, 8,7 см в толщина, вес 3,7 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление ВИСа 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы: 1 USB, 1 Ethernet RJ45, 2 HDMI, 1 Optical Audio Out, 2 антенны, 1 CI+. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi и Bluetooth. На задней панели телевизора есть специальные разъемы для подключения вспомогательной техники или устройств для развлечения, игровой консоли, беспроводной клавиатуры или мышки, дополнительной акустической системы и так далее. Встроенные тюнеры обеспечивают качественный прием телевещания, а модуль Wi-Fi позволяет быстро подключиться к интернету. Операционная система Android TV. Интерфейс телевизора выполнен на основе операционной системы Android TV с поддержкой всех функций умного телевидения. Например, Time Shift для перемотки и паузы передач в эфире, детского контроля для того, чтобы выбирать предпочтительные программы, и таймер сна для отключения по времени и экономии электроэнергии. Для более комфортного просмотра фильмов и сериалов разработчики предусмотрели звуковую систему 2 колонки по 8 Вт Dolby Digital. Она способна создавать достаточно объемное звучание. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Звук, конечно, плоский. Засветы присутствуют. Теперь о положительных моментах. 4К голосовое управление. Простота меню. Отличная картинка. Телевизор очень легкий. Wi-Fi не отваливается. Сделан качественно, корпус крепкий. Разъемы расположены удобно. Быстро загружает все приложения. Глаза не устают от просмотра. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!